Привет, друзья, с вами Раш Нарензука. Мы продолжаем прохождение игры Jack and Dexter HD. Итак, в прошлой серии мы, что смогли, выполнили на локации под названием пляж. Сейчас я думаю отправиться в джунгли и там пособирать эти ядра энергетические, ну и все остальное. Так, локация у нас где-то здесь находится. Видок спит. Все нормально. Со стадом мы помогли еще в первой серии. Так. Напоминаю, вся игра, то есть завязана на собирании энергетических ядер. У нас их сейчас 21. Насколько я понял, нам нужно собрать 30, чтобы девушка, дочь старейшины деревни, или кто он там на самом деле, в общем, собрала он какой-то агрегат. По-моему, там она должна собрать что-то типа средства передвижения, чтобы отправиться на другие локации. Вот, и у нас сейчас 21 ядро, и мы сейчас пойдем собирать в джунгли. Тут у нас еще, наверное, нет этой, да, локации здесь. Потому что мы еще в нее не заходили. О, кстати, сферы или яйца, как мы их называем. О, в деревне мы собрали все яйца, что можно было, значит, теперь. А это что такое у нас? Это еще у нас не работает что-то. Что-то такое, что не работает. То есть, наверное, больше в деревне больше яйца можно не искать. Будем подниматься наверх. Тут должен быть проход в джунгли. А вот и проход в джунгли открылся. Змея появилась. Так, в какую сторону сначала нам идти, я, честно говоря, сейчас пока не знаю. Новые разные, как их назвать, враги. Не упасть бы. Ой-ой-ой. Видимо, придется вниз спускаться, потому что там что-то есть. Эта локация уже видно, что посерьезнее. Черт, чем пляж. Тут и враги помощнее, и простора побольше. Ага, вот смотрите. Так. Сколько яиц-то? Да, над нами вон тоже яйца крутятся. Попробуем их собрать. Ну-ка, все собрали-то. Нифига. Не знаю, как туда тут допрыгнуть. Возможно, что-то потом тут. Надо, в общем, разобраться в этой локации, что тут к чему. Блин, это же бомба, Извиняюсь, елки-палки. Так, а вон там мы видим муху. Так, сейчас посмотрим, что у нас на этой локации. А, тут пока еще ничего не обозначено толком. Unblock the Echo Beam. Что-то разблокировать. Эко-энергия, бим, источники, наверное. Источники энергии разблокировать, хорошо. Пойдем искать только эти источники, которые я не знаю, пока где находятся. Ну-ка, попробуйте осмотреться, может, как-то их видно отсюда будет. Уже как-то выделяются. Это дерево нам все, весь путь загораживает. Весь... какая-то жаба шипастая. Да, наверное, сюда нам еще рано идти было, надо. Сейчас, ладно. А, ну там еще проход есть, хорошо. Внизу сколько яиц-то, а? Ладно, туда мы еще сходим. Так, аккуратненько. Ой, блин, нарвал. Ай, сдох, елки-палки.
Бывает, бывает. Ну, чем дальше мы будем продвигаться, тем чаще это будет происходить. Так что не удивляйтесь, друзья. Так. О. Кстати, там что-то много яиц. Нам придется по кругу все обойти по-любому. Что? Я еще пока не знаю, в каком направлении нам лучше двигаться. Будем двигаться туда, где есть яйца. Отлично. Еще пчела. Так, а сюда мы допрыгнем или нет? Есть. Так, 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 так. Есть. Это какие-то вот приборы или как площадки, которые надо как-то еще включить, потому что видно, что они что-то какие-то функции будут выполнять, но сейчас они не работают. Кстати, там какой-то водопад, может, у него что-то тоже есть, что бывает, что-то спрятано. Яйца. Не вижу ничего, ладно. Мне эти змеи напоминают игру Jungle Book. Книга джунглей про Маугли. Так, еще. Так, сейчас посмотрим, что тут у нас происходит. Вот там как раз какое-то устройство работает. Может, с ним как раз надо что-то сделать. Заберемся. Так, и что от нас тут требуется? Какой-то луч. Так. А, видимо, луч что-то шел в это место и что-то блокировал. А теперь он идет в башню. Так, что дальше? Надо посмотреть теперь, какие миссии у нас открылись. Что-то ничего толком-то и не открылось опять. А, connect в эко-бимс. Соединить эко-бимс. Это что, у нас источник или это луч, или как переводится, я, честно говоря, не помню. В общем, их надо соединить. Наверное, это вот эти лучи надо с чем-то еще соединить. Будем смотреть, сейчас лазить. Как это сделать? Так, надо зарядить как-то, чтобы пройти там. Зарядить этой голубой энергии. О, стоп. Еще муха. Так, нафиг отсюда, уроды. Так, ага, точно, это столб вот. Это управление, что ли, этого столба? Так. Нужно куда-то направить. Вот там стрелка даже показывает. А, вон там еще такой же столб вылез. Так, в общем, надо подойти к следующему такому же столбу и его тоже куда-то направить. Вот он там, я вижу. Хорошо. Давайте с этим теперь разберемся. У нас теперь появилась конкретная цель. А вот и столб этот. Так, следующий, куда у нас? Ага, вот он вылез. Так, идем к следующей башне. Как он назвал эту башню? Но это похоже больше на столб электрический какой-то. Деревянный. Так, а куда он светит? Блин, не видно нифига, куда он светит. Так, сейчас хоть повыше поднимемся. Да блин. Все деревья закрывают. Весь
с обзором. Наверное, куда-то в ту сторону сейчас, ладно. Что-то типа как электричество пронизывающее. Все, все место здесь. Тук-тук-тук, аккуратней, кусайся. Так, так где же этот столб-то? Сейчас отсюда глянем, может, что увидим. Нифига не видно. Там какие-то вот... Ну, это от центрального здания идет. Блин. Посмотрим, куда он там светит. Блин, хреново видно, все равно. А, вон, вон столб, вот он появился. Хорошо, все. Отлично. Еще один вылезает. А, ну все, прямо, прямо перед нами. Хорошо. Так, как лучше нам тут пройти-то? Через мост? Еще яйца и муху. Так, вот столб наверху. Хорошо, поднимаемся туда. Так. Так, там где-то вон у воды поднимается. Я так полагаю, что в конце концов должен быть лучше этот идти куда-то в деревню. Ой, блин, куда я упал? Тут можно поговорить с кем-то. Давайте-ка мы лучше сначала завершим основную миссию, потом мы сюда вернемся. Делать самое важное сначала, а потом уже. Хотя тут, наверное, нет того, что прям самое важное. Тут все важно. Так. Там наверху еще, да? Видимо, вся сеть заработала, наверное, раз все показывают. Ну да, все точно, вот такая мельница, точно. Все, энергии в деревню поступило, точно. Теперь надо будет, наверное, туда вернуться и получить свою награду. Но мы пока еще здесь, я думаю, полазим. Посмотрим там, что еще можно пособирать. Так, вот у нас... Так, стоп. Сейчас надо не... песочные деревни показывают. Так, а в джунглях у нас пока... Вот, вернуться к мэру. Открыть закрытый вход в храм. Это вот храм, из которого свет идет. Лучи идут. Давайте попробуем.
здесь. Дикие кошки где-то орут, видимо, внизу. Кстати, где тут у нас рыбак-то там этот был? Надо к нему, наверное, спуститься, поговорить. Что там у тебя в корзине? Them monsters patrolling the ocean took a bite out of me fishery, and now they're gobbling up me catch. No matter what I try, I can't seem to catch a single fish in this river. Woo! Maybe it's your breath. You think you can do better? Try scooping up river fish with a tiny net. I'll give you a power cell if you can catch 200 pounds of them critters. And now let's see what happens. Нам даст ядро, если мы поймаем 200 рыб. Или там 200 чего-то там. Конечно, мы порыбачим. Давайте попробуем. Это вес. 1-паундовый и 5-паундовый. There are poisonous eels in this river. А это зараженные рыбы или ядовитые, которых... Если бы такую поймаем, то, короче, конец сразу же, все рыбы будут отравлены. Так, ну давайте, подловить. О, кстати, не очень удобное управление, между прочим. Блин, пропустили. Steady boy. Так, ядовитые пошли. Ай-ай! Так, 59 штук, а нам 200 надо собрать. Давай. Steady boy. Тихо, ядовитая. 115! Уй! Так, ядовитая опять, осторожней. Блин, просрал большую рыбу. Так, ядовитых что-то много пошло. Аккуратнее надо быть. Так, блин. Не надо ко мне идти. Блин, и сколько ж их. Так, нормальные, пошли. Ядовитые, блин, черт. 179 рыб у меня был, то есть 179 килограмм или что, я не знаю. Блин. Ну давайте еще раз. Сложная игра-то получается такая тут. На реакцию, да еще управление не очень как-то. Сачок слушается как-то странновато. Когда вначале они еще медленно плывут, еще нормально, а вот ускоряются. Нужно и не пропустить нормальную рыбу. И не схватить ядовитую. Опять ядовитые поперы. Ить! Этих вот надо побольше собирать тяжелых рыб. 5-килограммовых. Блин. Давай. Ай. Давай. Наверное, вот на PlayStation, видите, там как-нибудь надо пальцами двигать по экрану, чтобы их ловить, я так думаю. Там потому что управление частично используется такое. А вот тут этим... Анал, блин! Зараза! Ладно, давайте еще раз. Фух, я должен поймать 200 штук по-любому, потому что, ну, ядро-то надо взять это... Обязательно. Ядра здесь это все. Да блин, вот чуть-чуть управление было бы поплавнее, и все нормально было бы. Перескакивают иногда. Чуть-чуть. Вот, ну вот сейчас вообще жесть. Блин, большой пропустил. Ох, как обидно, зараза. Тут защита, видели, тут еще считают, сколько я пропустил рыб.
по-моему, сколько-то пропущенных, тоже будет конец игры. To the left. Steady boy. Давай! Wait. Да блин, сколько же этих ядовитых опять поперло, не хочу попасться. Looks like you could use a... Ай, блин, ну что такое-то? Зараза! Сраные ядовитые рыбы! Реально тяжелая мини-игра. Не на один раз. Here comes a big one. Что я не, если я не смогу пройти эту мини-игру, это же будет жесть. Конец летсплею. Steady boy. Вот как успеть с края? Он так не очень хорошо этим сачком двигает. По-любому кого-нибудь пропустишь. Большая. Ловись, рыбка. Малая и велика. Поменьше бы ядовитых. Блин, из-за большой рыбы. 22. Ну что ж такое-то, а? Вот 140, вот 150 дохожу. Блин, ну 200 надо набрать. Ну, ребята, давайте еще раз. Here comes a big one. Извиняюсь, если где-то случайно заругнулся матом, блин, не хотел в прохождении этой игры, она довольно детская, ругаться, но, блин, приходится иногда. Особенно, когда пропускаешь больших рыб или попадаются ядовитые, ну просто, просто обидно. Главное не смотреть на этот долбанный счет, потому что он меня отвлекает. Стерибой. Ой, ядовитые поперли. Или большая! Лефт! Лефт, он мне подсказывает даже, да? Так, так, так. Только не поймать ядовитую. Here comes a big one. Hold так! Есть! Блин, я думал, что я не смогу это сделать, друзья. Игра вроде простая, платформерная, но она на самом деле очень нервовыносящая. Короче, вот такая вот. О, трофей, Галя, отлично. Фу, ладно. Что тут еще есть на этой локации? Там вообще, кроме этого рыбака, может, что-то есть? Ой, там какие-то рыбы плавают. А вот там что-то есть, друзья. О, отлично, этих рыб можно убивать. Отлично. Так, еще яйца. А вот эта хрень, это же для того, чтобы прыгать, по-моему. А, нет, здесь яйца скрыты. Так, а у нас тут что-то я не вижу рядом источник электричества. Может, где-нибудь будет сейчас вблизи. Нас наверх отправляют. Источников я не вижу.
успеем ли мы оттуда добежать, чтобы взять эти яйца со стыдника. Это вопрос. Кстати, вот эту хрень надо убить, наверное, чтобы она тут нам не мешалась на дороге. Ой, чуть рыба бьет. А здесь что, прыжок можно? Блин, не хватило. Ну что такое? Ты сейчас сдохну же тут. И куда мы попали? Мы здесь уже были. Нам сюда не надо, как бы. Так, ладно, попробуем добежать все-таки. До нужного нам места. Блин, не успею уже, точно. Точно не успею. Ну, где там? А, есть! Напряжная в этот раз серия выходит. Так, а что там наверху светится тоже? Нам бы туда нужно попасть. Так, а где это? Так, для чего здесь этот источник энергии? Я, кстати, могу сдохнуть от одного удара. Надо быть осторожнее. Надо набрать зеленых этих сфер побольше. А, здесь что-то можно включить с помощью прибора. Так, хорошо. Мост собрался, мост в храм ведущий. Сначала надо яиц взять. Так, дальше, по-моему, ничего больше я не вижу. Хорошо. Наверное, лучше перестать светиться, потому что он очень быстро бегает, из-за этого я могу свалиться. А этого бы не хотелось. А, стоп. If Blue Eco can build a bridge, then I bet it'll open a door. Мы не откроем без электричества. Хорошо, хорошо, ладно. Ай! Сейчас зарядимся и откроем тогда, ладно. Побежим быстрее, только бы не свалиться вниз. Все открыли. Теперь мы внутри. Так, сначала мы посмотрим, что тут за тайник. Что это, выход наружу? А что здесь? О, этого мы и хотели. А-а-а, черт! А-а-а! Куда я попал? Блин! Ну все, короче, сдох. Сейчас мы где-то, надеюсь, рядом окажемся. Так, где мы? Где мы? Что-то не совсем рядом. Ну ладно. Сейчас мы туда быстро доберемся. Бак все этот внизу смеется. Вот так мы ему рыбу наловили. Так. О! А, ну да, там я и упал. Там я и упал, не собрав последнюю, то есть не последнюю, а секретную пуху. Это место опасное, просто раз я тут врезался! А, еще раз! Черт! Блин, вот тут опять сдохнуть может быть с одного удара теперь. Берем электричество и погнали. Их надо включить, пускай летает. Так, нам надо собрать последнюю там оставшуюся муху. Это все, что там осталось. Аккуратней, отлично, все, идем обратно. Если лифт там работает, или придется опять бежать за электричество, чтобы его... А, вот здесь есть. Отлично. Какое-то электричество есть. И... зеленая сфера для восполнения жизни. Ай! Одна муха.
О, ядро. А, последняя муха, значит, была в этом этапе. Последняя муха джунглей. Так, электричество, сколько тут много. А, тут прыгать надо. Так, блин, не долетели. Эть! Есть. Так, на дороге у меня не стой. Так, электричество. Стоп, а здесь может что-нибудь еще лежит. Кто его знает? Я ничего, ну ладно. А, куда? Ладно, зарядимся. Так. Платформа. Фу, аккуратнее бы не упасть бы. Отсюда нафиг. Есть! Сфера наша. То есть ядро. Так, а это... О! Кнопочка, и нас вниз повезло. Отлично. Лифт, короче, тут теперь есть. Так. Что тут теперь? Что за кнопка? А там что у нас? Тут целый проход. Это, я так понял, выход, наверное, из башни, нет? Что у нас теперь тут по призам? Это вернуться к мэру, это понятно. Победить темное какое-то растение. О! Открыть закрытую дверь храма. Наверное, она есть. В принципе, если электричеством зарядится, она откроется. Ладно, идем дальше. Такой у нас насыщенный этап получается. Так, давай. О, яйца. Ой, чуть-чуть. Ой, аккуратно. Одно не взял. Так, сейчас мы вот большой прыжок сделаем. Блин, чего-то не взял. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фух, не упал, слава тебе. Так, хорошо. А, по-моему, это растение, да? Которое нужно победить. Это здесь должно быть. Или я ошибаюсь? Наверное, я ошибаюсь. Так, сколько тут яиц? Камера тут не хочет поворачиваться. Нам нужно все собрать. Да что такое? Взяли. Что теперь тут произойдет? А, как бы и на кнопку нажали. А, открылись новые источники энергии. Wow, did you see that? Blue ecovents have been activated all over the world. I knew there was a way to turn them on. А, не по всему миру даже активируют, то есть в некоторых местах, где их не было, мы теперь сможем ими воспользоваться. А что нам сейчас вот даст этот источник? Это вот что-то дверь. О, еще одна дверь. Так, а может нам вернуться назад? А, нет, не будем возвращаться. Слишком опасно. Источник. А, вот эта дверь, которую мы сейчас... Опасно это как-то. Куда у нас тут? О, яйца. Отлично. Ой-ой-ой, я не хотел сейчас прыгать. Нужно на борт отойти. Так. Фух. А, вот оно, растение. Злостное. Это напоминает Супер Марио 3D-шный. Там Марио. Супер Марио Галакси. Ой, ко мне черепаха зла идет, она сейчас меня убьет. А, черт! Ну вот. Вик, Ревенант?
Я запаниковал. Так, и что нам сейчас предстоит делать? Ладно, вход этот открыт. Так, яйца там все собрали. Или стоп. Слушай, не, собрали точно. Яйца засчитываются, это хорошо. Это хорошо, очень даже хорошо. Сейчас у нас хоть не одна жизнь, а целых три. Мы попробуем противостоять этой гадине. О, стоп. Надо ей, видимо, дать по щам. Двух черепах на меня наслало, а еще кусается. Так вот, у них шипы пропадают, теперь их можно бить. Отлично, можно еще раз дать по щам. Есть. Отойдем подальше, чтобы не куснуло на всякий случай. Так, одна черепаха сдулась, вторая сдулась, третья сдулась. Так, еще дадим по щам. Все, быстро. Это растение сдалось. Я думал, будет сложнее. Так, открылся источник энергии еще один. Это можно отсюда, видимо, выпрыгнуть. О, вот мы где оказались. Ну-ка. Тут же это самое. А, все, мы, видимо, собрали. Тут же... Здесь и висело яйцо, которое мы не могли достать. Отлично. Так, что у нас осталось? Вернуться к мэру. Рыба. Открыть закрытую дверь в храме. Есть такая миссия до сих пор. Так, вот, значит, там где-то сейчас источник, наверное, будет. Который, наверное, открылся теперь. Так, а где эта дверь находится? Где-то рядом тут должна быть. Стоп, где лучше пройти-то? Пойдемте здесь. Блин, это место нехорошее, очень нехорошее место. А, нет, нормально. Главное, без паники, друзья. Так, здесь мы сможем подняться? Ой! Черт! А вот здесь мы сможем подняться зато. Хорошо! Так, вот он. Вот она! Это дверь, наверное! Есть! Отлично! Так, и что получается? Осталось вернуть к мэру и какое-то вот одно ядро, неизвестно пока где. Фух, а где же его искать-то? Или тут какая-то миссия еще должна быть, которая еще, может, не открылась? Либо оно просто где-то запрятано тупо, это ядро. Где-то еще... Так, что-то нас ударит тут. Где-то что-то мы не видели. Просто осмотреться напоследок, прежде чем мы покинем эти джунгли. Здесь мы были, здесь мы все собрали. Так, ну пойдем в обратном направлении, тогда, может быть, где-то по дороге нам все-таки как-то попадется это ядро. Он где-то здесь есть. Хотелось бы все-таки его, конечно, найти. Так, а пойдемте туда сходим. Здесь вообще-то вроде были, но... Где-то тут. Здесь ничего нет абсолютно. Мне тут ударить, а? Я пока не знаю, где еще одно ядро находится.
там у нас светится вдали? Я, честно, навряд ли я смогу вообще все ядра в игре собрать. Все секреты там открыть. Это для меня обычно никогда не поддается. Редко в каких играх я такое делал. Бэтмен Arkham Asylum, где я все секреты собрал, и то секреты все собрал, но челленджи не все прошел, уже там отдельные, которые идут в миссии. Терпения у меня обычно на все это не хватает. Такой вот я игрок. Так, ну, не знаю, по-моему, не знаю где, в общем, еще его найти, это ядро. Тут мы взяли вроде как наверху туда, этой башни. Ладно, пойдем к мэру обратно, потом уж как-нибудь сообразим все-таки, как его, где его искать, это ядро. Возможно, где-то пропустил, друзья, а если что... Я знаю, что многие из вас в эту игру играли. Напишите в комментариях, где тут последнее ядро на этом уровне. Может, где-то я его прямо... Вы его видели при прохождении сейчас, вот когда я... Ну, я пропустил его, как бы. Такое может быть. Я буду очень благодарен. Здесь у нас этот рыбак сумасшедший. Валить. Уй. Хотелось бы упасть. А здесь-то он... А, здесь я тоже был. Вроде все обсмотрел. Кстати, что у нас тут с самими яйцами? 120-150, где-то 30 яиц еще спрятано. Где? Интересно, тоже вопрос. Ну ладно, может, мы сюда еще вернемся потом. Ждать от вас комментариев по поводу секрета, если здесь он есть какой-то секрет. Возможно, будет какое-то еще задание просто от горожан, этих жителей, точнее, деревни, и тогда мы сможем найти последнее ядро. А пока мы идем к мэру и отчитываемся о проделанной работе. Мельница вот там даже, которая теперь работает. Видно, что он рад очень, безумно. Хорошо, теперь все деревья будут кормить. And for that, my boy. Или это электроэнергия, в общем, там... Не знаю, в общем. Ядро мы получили. Мэр с нами больше разговаривать не хочет. Сколько у нас всего теперь ядер? 19. Ух, еще 20. Ну что ж, на этом данная серия завершается, друзья. В общем, я уже говорил, напишите в комментариях, если вы знаете, где найти последнее ядро в джунглях, и там еще остались яйца. Ну, на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующей серии.